Привет, я дождусь тебя откуда угодно, даже из туалета. Ну, хорошо, хорошо. Привет. Я, конечно, я забыла шутку. Выходи, кто-нибудь другая, выходи скорее. Прости, я просто перед тобой поплыла. Все, можешь не говорить ничего, нормально. Блядь, теперь я забыла. Что ты делаешь? Я пока ничего не делаю. Что ты делаешь? Что, подожди. Блядь, я тоже поплыл. Все происходит. Девочки, все, я вас тоже понимаю. Привет. Я, конечно, не строитель, но, кажется, у меня есть для тебя ключи от чердака и подвала. Класс. Мне сказали в партере типа 30 секунд только. Ну, это же твой обычный партер. Итак. Бля, я могу отхватить походу первый. Жека, я, конечно, не баунти, но удовольствие умею доставлять. Ой, бля, можно сразу с ней поехать в отель, ебать! Я как Балтика девятка. Обойдусь недорого, но КПД высокий. Тут согласен, кстати. Это любимый напиток был у меня в школе. Да, не только у тебя в школе. Привет. Можешь записать меня в телефоне Даша как угодно, так и запиши Даша как угодно. Договорились, договорились. Даша, Даша, аплодисменты. Эй, брат, как ты относишься к инцесту? Слушай, Ашот, пришлось перейти с телефона на планшет, чтобы удобнее было рассматривать твои дикпики. Подожди, подожди, а надо решить. А, ну мне кажется, все и так понятно. Ты красивый, как суши Филадельфии. Но я вообще из деревни, поверь, это топовый подкат. Нормально, нормально. Ты должен купить мне Дайсон, потому что высушить меня иначе никак не получится. Бля, чё такое Дайсон нахуй, братан? Ёбаный в рот, ты можешь нормально сказать? Чё такое Дайсон нахуй? Жек, тебе не понять. Ой. Ой. Привет, я, конечно, не Байден, но ножки перед тобой тоже подкашиваются. Ну да, я сижу, да, когда не подкашиваюсь. Брат, Иван, ну ты сам понимаешь, да, уже они плывут, братан, я не понимаю, она даже ходить не может. Я слышала, что ты очень хозяйственный мужчина, но со мной ты можешь расслабиться, ведь твоим хозяйством займусь я. О, то да. Привет, я Рита. Я надеюсь, ты следишь за правильным питанием, потому что я готова предложить тебе грудку. У тебя губа задрожала, ты ей захотел. А как сбить титанический стояк? А мы, кажется, знакомы, нет? Да, мы вместе жили. Где-то вместе жили. На Бали, на Бали. А, нихуя себе это было. Я побывала уже во всех параллельных вселенных, но почему-то в этом мы до сих пор с тобой не трахались. Блин, ты на Бали такие слова не говорила. Она стоматолог. Все стоматолог. А. Очень дорогой. Очень? Насколько? Да. Сильно, ты не потянешь. Ну, у меня в смысле 7 тысяч сейчас на карте. Я тебе даже за такие деньги чистку рта не сделаю. Ага. Ну, ты не проходишь, получается. Муха, надеюсь, ты любишь заниматься сексом стоя? Да. Но просто у меня у соседей постоянно звучит гимн. Слушай, я очень сильно боюсь, что тебя убьет Геракл, потому что у тебя нижняя часть как у коня. Слушай, это не ты случайно сломал Помпей во время одного из своих извержений? Бля, что ты... Что такое Помпея? Когда Рим упал? Не, всегда стоит, понимаешь? Нормально там все стоит. Я побывала в 25 странах, поэтому у тебя есть уникальная возможность побывать в женщине, которая побывала в 25 странах. Мощно. Да, да. Привет. Привет. Я очень рада, что ты не стоматолог, потому что я не планирую сплевывать. Кстати, я обожаю, когда не сплевываю. Ашот, я, конечно, не качелька зимой, но ты тоже не сможешь оторвать язык. Ну, она что-то готовила. Вот даже если ты любишь есть в кровати,
Уверена, у тебя в постели еще не было такой крошки. Французы говорят, чего хочет женщина, того хочет Бог. Но навряд ли Бог хочет сесть тебе на лицо. Привет. А знаешь, я могу подарить тебе то, что не сможет подарить ни одна девушка здесь. Прописку в Пензе. Нихуёво. Чтоб ты понял, что она сразу из Пензы. Ты просто с козырей зашла? Ты что делаешь-то? Я в футболе не разбираюсь, но если ты Зенит, а я Торпедо, то ты засадишь меня на первых минутах встречи. Что, сразу да. Так и сразу уходит. Где слово «засадить» есть, я говорю. Слушай, у нас тут в городе свая лопнула. Можно поставим твой член, пока ремонтируют? Можно. Супер. Да, да. Знаешь, вот я раскидала на тебя карты Таро. Так. И они сказали, что ты моя половинка. Но ведь карты не врут. Скорее всего. А я та еще пиздоболка. А если бы ты был лисой, а я колобком, то я всегда бы сидела на твоем лице. Погромче, пожалуйста. Я как, мне кажется, я как долбоёб просто такой, да. Слушай, ну если что, я согласна и на дружбу. Ну что, дружище, потрахаемся? Да. Слава, ты, конечно, очень красивая, но я на первом свидании не даю. Поэтому потрахаемся до него. Давайте медведя, медведя. Расходимся. Отлично, договорились. Да, да нет. Да. В смысле, конечно, да.